Дополнительная информация о похищенных за лайки 18-летних жителях Дыш не введено. Дополняем информацию о похищенных кадыровскими наместниками оккупантов 18-летних жителей села Дыш не введено. Мы смогли раздобыть фотографию Гацаева Билала и данные второго похищенного, им оказался Насагаев Ислам. Напомним, что оба были похищены за лайки каких-то публикаций, содержание которых нам неизвестно. Мы не располагаем сведениями об их местонахождении и судьбе, что вызывает у нас серьезную озабоченность относительно того, что их сейчас пытают, дабы заставить их взять на себя сфабрикованное уголовное дело. Если вы обладаете какой-либо информацией об этом или любом другом похищении, то не молчите, а как можно быстрее свяжитесь с нами. Молчание и бездействие помогают лишь путинско-кадровским террористам, вашим же родственникам поможет лишь огласка и обращение в правозащитные организации.